Сейчас так точно. В смысле, а что тут бежать? Там дважды подбегать надо. 40 минут. Ебать, а тут трэш и ебашить надо полдня, нахуй. В смысле, две пачки? Какие полдня, шестьсот медитаций? Медведи, блядь, топорщики два пака, сверху еще шаманы, блядь, вы чё? Чё? Чё ты? Ну ты говоришь бить трэш, нахуй. Нажимайте все эти бафы, чё будем бить. Дай, кажется, каски дырявые. Дикие каски. Я должен сказать, что надо научиться бегать, и все, потом 4 сундука бегать. Блять. Почему они агрятся, я не знаю от этого. Они видятся сверху. Ну, сколько они бегали, тут надо. Шаманы даже не отгорелся, нахуй. Да давайте побежим там хоть докуда, блять. Докуда там, до дуба до какого-то, сейчас я по карте гляну. Тогда бежим через ступени, первый дуб, там падаем, потом дальше бежим, все, нахуй, два этапа, как это, обычно. Да, вот как это первый какой-то второй босс, а потом в углу вот там падаем, внизу вот где эта красная хуйня, да, с вопросиком, внизу в углу здесь, и потом оттуда уже... Это забиться, что Бодрейвен умрет по дороге. Блядь, как он должен умереть, типа, я не понимаю. Ну, а я понимаю. Пиота парами убьет просто. Вань, давай я такой, я скажу, блядь, все бегают, а мы чё, блядь, долбоёбы или чё, нахуй? Ну, я по-другому просто не вижу момента этого. Давай, докуда, ебани метку на себя, пошли, блядь. Все, что надо, это вот убить вот этого медведя, еще одного медведя и пачку топорщика, все. Я, короче, я просто спросил, мы чё, долбоёбы, не можем убирать, и все. Ну, я долбоёб, я не хочу бегать. Ну бей, все, я молча пойду буду бить, мне все равно. Так, говорите, вот этого. Это те, которые медведя пиздят. Вот сзади пидор какой-то кастует. Вот сзади два пидора. Ну, их сагрили, я понял. Забирайте. Встретили первым. Это мы перед Дженоваем, мы расправляемся. Разминаемся, на. Двух минутки темпад, давайте, не жалейте. Дай Еру, блядь, наверх, слышишь? Не надо, ладно. Ну пусть будет умирать. Дал Сиривон. Дал ПС-ку, а не, не дал. Где ты, блядь, я не вижу, Бладрей? Блядь. Он стоит, а вот он, а типа не поддерживает нельзя точно. Бля, сбивайте к силке хотя бы, пожалуйста. Не, вроде не сбиваем, не сбивается. А давай, извините, не сбивается, потому что эфир... Бля, я тикнул, он не сбился, тогда не извините. Вот сбивается. Ну ПС она медведя, че колоду еще набить, два приведу пока. Одного там еще. А, нет, стой, 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 все, все, больше надо. Да там сверху паника. Топорщика, что они нас нахуй раскидали тут. Че, хочешь бить или бежать? Бить. Надо нормально пачкой забежать. Я чардж ебану туда, и все. Аккуратно, по правой стороне сейчас. Вот там топорщики стоят, там один целитель, вот этот целитель первым. Забирай. Заехали в них. По дикарям фир можно дать. Дикаря фир дай, пожалуйста, Бодрейвен. Любого из дикарей. Таргет минит. Сейчас рожи, лови топоры, блядь. Ой, сука. Может, еще фир будет? Внимать мой каштан, я тебе говорю, просто, блядь. Непокрашенные, нахуй, просто. А то там. Сука, чуть не сдох. Че, еще ферну? Звал бы я тебя, метателя убить. Отойдите от дикарей, РГБшники, они там,
раскидывает. Больно. Джип 50 летает. Плохо. Еще верните от этого дикаря. Тут репутацию дают куда? Нет. Никуда не дают. Верните черепок, Джипси. Хоть бы, блядь, если мы дали это эфирноль вышло, блядь. Короче, вот черепок бейте, это второго Джипси эфирит. Верните второго. Я тебе вопрос сейчас, зачем мы их стираем? Я с жезла помогу вам, ебать. Чтобы они с вертушки не убили все. Все, бейте. Что это такое, блядь? Три вертушки дают, люди трясают сразу. Блядь, местные Чак Норрис или чё, нахуй? Зато потом, когда резнемся, сдохнем, нахуй, бежать проще. А там изи босс же давай, нахуй. Всё, короче, все то же самое, мы пробегаем до стенки, упираемся в стенку и умираем. Удрей вы на себя СС и поехали. Есть. Обновить себе похуй. Там на рулевого на какого-то кинь метку, а то, блядь, там заплутать можно нахуй в этих руинах, сука. Давайте рулевой раз, рулевой два. Хило спекнуться или не надо? Да, спекайся. Сейчас, подождите секунду. Сейчас будем саппорт жрать, кстати. Как раз по таймеру. Что там, все готовы? Здесь готовность. Раскидали все бафы, нажали сейвы свои. 3, 2, 1, полетели. Мусора, бейте в тревогу. Я в елку врезался. Хорош. Сейчас налево и направо сразу. Я умираю. Блять! Сука! В грязь попал, да? Марухи чё диван дал? Умирайте! Я с палки ебашу этих пацанов, сука! Как Гэндальф с Саруманом, нахуй! Все, вставай, Марухи, счет мне диван трясите. Масрез там кастует. Масрез, да? Точно. Да. Масрез. Не получится, я забагался, да? Слушай, ну по сравнению с X2 тут меньше бомбочек, ну чисто так, кажется. Там сейф зон просто больше. Они да. Как-то кучней кидают. Хуй, этот зломан по сравнению с X2 и X3, это вообще, по-моему, вообще изи, но... Давай я вот этот спекнемся на трэша, но танк рано в танках. Нет. Ой. Вот. Не надо. Поиску ебать. Дайте шкаф с умом. Поехали. Мы еще будем кидать? Кидайте рыбу. Не, пробегать не будем, будем бить. Тут все, уже босс рядом. Кидайте рыбу. А, у меня, кстати, закончилась сказка. А где в ДЦ... Ты с чем в ДЦ был? Там с СПД, блядь, или с Сапротом? Не, я с Сапротом не знаю, что. Марсес, поставь шкаф в коровник. Ой, портал в коровник. Если знаешь? Барабаны куплю. А. Сагрите там аккуратно, без меня пока. Только аккуратно. Лима. Что-то без херни. Какие-то елки нахуй, хуй обойдешь, блядь. Как автомобилисты при аварии, там, столб, знаешь? То же самое. Не справился с управлением. Заклинатель, бейте, спизди, у него касса. Он мах шарит, сворвал, ебать, там 32 тысячи хуя, ебаный рот.
Все, можете потом снимать. Сколько на паладине покупаешь барабан? Охуеть. Кого? Говорю, на паладине барабаны покупаю. Охуеть, блядь. Так у меня есть барабаны, нахуй. Сука, что ты молчал, блядь? В смысле, что ты молчал, нахуй? Я сказал, что у меня есть барабаны. Как я уже сказал, выключи микрофон. Прекрасно. Я только это сейчас понял, я что, ну, типа, на ступеньку поднялся, микрофон только включил. Кстати, дрын хороший, вот, 64. Что? Пушка. Лучше, чем скорожанный гер. Ну и на медведе по факту надо ДДшное кольцо, которое села хоста, и танковское кольцо, и все. Которое, блядь, с блоком там никому не надо, блядь, ну, в нашем рейде. Добили? Угу. Да. А, Псков. А я хотел спросить, вообще есть такие люди, которые первый раз какие-то взломания, блядь? Слушай, ну я год не был, я позабыл. Не, ну, это дело-то не такое вообще, кто первый раз вообще. Пати, у меня суманули, конечно. Так, что там? Мы что, тут сапрот? Мы пошли, живите сапроты, да? Короче, что мы делаем? Что, где-то моя репка. Репка на панели. Выходит два боба. Красная метка, синяя метка. Наша задача в красной метке боба держать. Держать нас кто может. Только я, походу, могу. Короче, я ему кидаю репку, потом, если что, мистер Бонд кинешь блайнд у него. Если репка вдруг спадет каким-то образом. Моба синей метки мы сходу убиваем. Просто берем и убиваем. Убили моба, выводим красного из контроля и даем ему убежать. Пока он бежит, мы должны снять ему где-то половину хп. Вот половину, ни меньше, ни больше. Дальше. Моб доходит, он будет вызывать мелких птиц в оранжевой метке. Туда будут идти птицы, Андрюха их соберет. Джипси, твоя задача сидеть на таргет-дисплее. То есть таргет на дисплее уфолога. На нем вообще не должно быть стаков. То есть ты не дамажишь, ты просто дисплеешь его. Как только мобы выходят, Андрюха, сразу веди их на клип. То есть мы не будем ничего ждать, просто ведем на клип. Если видите, что мобы срываются, пристопните ДПС, побейте босса, пусть Андрюха их заберет с вас. Если, ну, джипси, смотри, если тебе надо, то давай мы здесь спрям. Если видишь, что там три человека или четыре, ну, с дебафами. Дальше, по самому боссу, что происходит. Босс кастит дыхание, оно конусное, но оно, если, типа, зафиксировалось на людях, забегать за спину бесполезно. Тут бьет все огнем, я поставлю резист, похуй. Короче, ваша задача разбежаться конусом, но не забегать всего вот в ту ебаную кучу. Я луну поставил. Дальше босс кастует бомбочки. Там, где мы стоим, вот тут вот появляется стена огня. И там вот в оранжевой метке и параллельно оранжевой, там с другой стороны стена огня. Рядом с ними вы никогда не тусуетесь. То есть подходить к ним смертельно опасно. Босс раскидывает на землю мелкие бомбы, кучу бомб. Бомбы взрываются на 3 метра, то есть мили рейндж. Ваша задача не словить ни одну бомбу. Словили одну, вы мертвые. Под луной, под костями этими, бывают, кидаются бомбы, их вообще не видно. Поэтому там лучше вообще не стоять никогда. То есть вы нашли сейф-зону, стали, подождали, пока бомбы взорвались, и идете дальше бить, там что-то делать. Пока стоите, можете что-то покидать, там, прибафнуть, еще что-нибудь сделать полезно. Ну и все. В хиллботе должно быть видно, это обычный магический дебаф. Все, это весь босс. То есть дыхание, бомбочки и птицы.
Но по птицам надо нормально лить и по КД напуливать эти птицы. Только смотри, первые две пачки, там будет одна птица, две птицы, и давай три пачки даже. Андрюха заберет, мы их бить не будем. Немного дебаф не навешиваем. После того, как три пачки вышло, их уже достаточно, мы начинаем нормально свечиться по ним. На боссе фадикей будет? На боссе, да, фадикей. Первая пачка слева будет уходить, да, этих дракончиков? В печенке. Их стопать я могу просто, может, шамановскими оковами? Да, вы льете все вот эти там тотемы, всякие станы локовские, там близок маговский, примораживаете магом. Все вот эту хуйню вы юзаете, чтобы по Андрюхе меньше био. Ну, то есть они... Не, ну они стакать будут даже с РНЖ, но это похуй, но они автоатачки хотя бы не будут. Давайте готовность. И полетели. Саппорты, надеюсь, вы выпили. Все готовы. Готовьтесь сразу в квадратике бить моба. 3, 2, 1. Запускай. Жарко, ёбан. Круг вокруг обойдите. Это босс. Разбегите, ну, вокруг босса. Вот так, чтобы не задувало. Мобы вышли. Репку кину. Репку кинул, второго бейте. Бейте моба. Алло, люди. Это было сильно, кто его-то. А зачем мы второго вообще стапаем? Чтобы он не убежал. Все, нашли сейв-зону, посмотрели под ноги и не умерли. Все, хорош. Под Андрюхой сейв. Второго дрочка до половины хп. Зачем вообще его бить, Ваня? Чтобы потом добить, и он вторую пачку, блядь, не выйдет. Все, больше не рутайте его, не надо. Все, стопайте по нему ДПС, пусть идет. Бейте босс. Двадцатка. Первые дракончики пошли. Когда скажу, вот еще и плохо банда будет убить. Вторая пачка вышла. Сейчас третья пачка выходит, мы уже начинаем пливать. И полога начинает испарить. Пока уже начнем, наверное. Если что, у меня есть массерс, запомни. Начали кливать их. Лови вторых. Напулить надо. Уфолога full dispel. Аккуратно, бомбы. Забрать вот этого черепок, убить его по-быстрому. Убейте черепок, скиньтесь. Да, локово. Так, блять, не очень. Да просто заспамьте трэш, нахуй тут моб, он сейчас. Убейте трэш, чтобы он еще не вызывал. Да пускай вызывает, быстрее переведем. Пусть отдайте. Я сейчас дам. Дал. Все в порядок, добивайте. Драконов добейте, пожалуйста. И потом сразу там гимноману кастуйте оба листа. Кастите гимноману, дайте монотайды все. Андрюха, отдай им кого-нибудь. Поводит. Ничего не отдал. Все, отдал. Лови последние пачки оба.
Сейчас, мы сейчас убиваем две пачки мобов под Герой, мы убиваем босса. Очень просто. Этих орков можете вообще не бить. Не умрите от этих огоньков, там под боссом прям. Можно потихо улить дракона. Три кнопки, можешь не диспалиться, если я сам подиспалюсь. Дали Геру. Въебали по дракону. Это дали эти уфологи диспел. Если есть мастан, дайте какой-нибудь. Не замедлить моба или нет? Не, забей. Можешь лужу подлить, чтобы бить дракона. Все, доливайте дракона, это изи. Все, ебите этого пола. Ну я тебе об этом говорил, что мы типа вот, как тапки ебашим, мобы еще что-то переводим. Говорят, надо ебашить, как батя, нахуй, сразу и все. Ну, мы били просто без ШП и без реплика, чтобы ты понимал, прошлый рейд. Да мы сильные, нахуй, вообще. Я понимаю, что мы сильные. Ну, частично. Там кто-то 9 тысяч бьет, но не будем ник называть. Какой-то уфол. Уфал 14 въебашил тут, ну чё нахуй? Чё, не знаю. То ниже танка, тут вообще нахуй идёт и по 10 тысяч золота бросает на почту. Дисплейлить тоже себя будешь? Ну, Войд задисплейлил, всё. И Войд дисплейлил же все. Или Войд тоже дисплейлил. А, Дипси, блядь, Дипси больше не дисплейлил. Ну ладно. А при чем тут диспел до дамага, отца? Ничего не знаю. Тип. Ой, ладно. Дал стерею. Блять, себе дал. По 16 стаков за раз появлялось. Ребята, вы очень рано выбегаете. Вы выбегаете, в ваш сторону летят эти, блять, хуйни. Ржавые эти кружки, блять, бомбы. Дождитесь до конца, блять, его. Выброс. Ну я считаю, никто не умер, значит похуй. Ты с ним какой-то странный. Какой? Выспался, что ли? Выспанный, блядь. Ну... Не знаю, вы куда-то убегаете, под боссом нету ни одной бомбы, вы убегаете куда-то. Короче, это... Так они выбегают раньше времени. Они выбегают раньше времени, и бомбы летят за ними. И поэтому под боссом ничего нет. Малак, шпешка ММК не дает, если что. Сейчас главное, да мне не понять, чтобы бубы нормальные прокнули на малак России, все. Ну и похуй. Не было долба и бизнес. В смысле не дает? Почему не дает? Потому что он везет только что воды и майнбласт. Ну это, давай скажем честно, это рандом, блядь, а не то, что им дают. Ну вот, я так скажу, это рандом. Уебать, нихуяйся за спаном мне бомба. Блядь, как же это классный вуд, я не знаю, я помню, тут силбот там хуярил, помню. Он каждый раз мне тут баллось на этом боссе, каждый раз, блядь. Это так, кстати. Пиздец, неадекватно отображался, я не знаю почему, блядь. Сам отказываюсь. Ой, щитон. Сука, что за хуйня? Да что за дерьмо вообще упало?
Я сюда. Скажи, мешай дуде. Не, ну щит полезный, типа. Чё, шаманы там, да. Все, пока эти щиты падают, блядь. Сапоги полезные, щит. А, у шамана, короче, с дыркой. Сапоги да. Джановая были, да? По щит не надо. А, я без кулака белый, я понял. Ты 4 хочешь, мама? Ебать. Нормально. А, заберите их и отверните в нормальную стенку. Лоу, блядь, ну пиздец. Ну, блядь, я шет. Стенку отверните в угол какой-нибудь. Всю пачку. Да все, я стал. Андрюха, стань меня, блядь. Просто блядь. Иди, блядь, там вижу. Иди, блядь. Жирная хуйня стоит на пол экрана. Вижу, блядь. Это как жирная хуйня, это они. Кто сорвал агро, тут, короче, ну, молодец. Вафли. Я ДК, я держу драйвер. Демон ты спрожал, типа демона, блядь, ему бомб дали. Так он же не автоатачит. А, они автоатачат? Я думаю, всегда автоатачат, там чуть-чуть до скиллы же есть, нахуй. Один скилл есть. Он уж миллизона ради этого и подходит, не? Он миллизона подходит. Бьет вокруг тебя просто. Ну, больше для костра, наверное. Я понял. Ну, я не особо за демону шарю, так что пиздец не буду. Ну, пизда демону, нахуй. Ну, это исступление. А, не, бешенство. Не, вообще у демона есть мили-атака, там, колун какой-то, но он то ли не работает здесь, то ли он, в принципе, не предназначен для того, чтобы использовать. Он слабо бьет. Я в каких-то гайдах писал, что его нужно использовать, чтобы больше ДПС было, но здесь это бесполезно на Сирусе точно. Он там как удар героя работает, да, по-моему, да? Да, да. И как бить будете вообще, нет? Всего. Да вот два тела лежат, нахуй. Давай еще ляжем. Проект отрыж. Вы можете прибежать так. Так, и кто у нас там? Элементаль, гуманоид, нежить, нежить. Идеально. Да вообще хуйня. Я в ДД, правильно? Правильно же? Ты да. Контролить надо, блядь, два моба нахуй. Я косту ебану, блядь, они спиздят косту давно. Я такой, оп. Карага можно не контролить? Ну, Карагу. Типа духа надо контролить, и потом вот этого долбоеба, короче, давать ему эту рэперскую хуйню, типа. Огра ебаного. Ты себя нахуя огра контролить. Так он ж типа срезает силу, я уешу нахуй. Нет? Хз, я бы его не контролил. Ну я хуй знаю, то он. Типа, ладно, делай что хотите, я просто. Короче. Шаманы же могут... А, у нас лок есть. Короче, черепок банит лок. Элементалейшн он может, да? Я, блин, увидел свет, думал, меня резнули. Черносерда, печенка. Это у нас Джипси поконтролит. А Карага, звездочку я поконтролю. Натурга поебать. Мы тут что, с сопротом без? Да, с сопротом побьем. Ну, я хуй не знаю. Сопрот, нахуй, сопрот, блядь. Везде сейчас два босса. Кулачок бы сопрот. На этого босса хотя бы. Этот и ласт сопроты идут. Там магия, нахуй. Да, да. Касочки. Я своей 8-минутной каской перебил кулаки, что ли? На паладине не работает барабан, он перебивает друг друга. Ёбаный рот. Мальчик под гон. Я тоже удивился. Цирк, сука. Так, что происходит на боссе? Босс кастует просто одну большую ауешку, которая нас бьет. Мы ее прохиливаем. Потом даем массакру, и на этом все. Массы его больше нет. Потом даем Геру. Да, Гера на ХП есть.
под конец уже. А, ну, гимны на шестой пусть будет. И ладно, все. Да. А у тебя что, мастер аур нет на темную магию? Я тут масса крузя. А мы кого-то из трэша убиваем? Нет. Я еще раз. Бладрейвен, твоя задача банить черепок. То есть не выпускать из бана. Если тебе надо, ты отбежал, перебанил его и пошел по новой бить. Дальше джипси в печенку даешь, как это, блядь, скованье нежить ебучее. А я репку по звездочке дам. Ты этого турга просто заберешь на себя, на похуй. Можем, кстати, с собой и ФДК в танка. Ну, дай побить. Юзни, брав... Я уже взял барбан. Еще юзни? Каску 10 просил. Так, дайте хавку, у кого там была еще. Ну и все, по сути, просто играйте в босса. Если вы видите, что больно бьет, я буду говорить. Там шаманами помогаете, престом тоже помогаете, прохиливаете, то есть рейд. То есть не стопайте ДПС, а просто подхиливайте. Это тоже важно. Не забудьте, пожалуйста, босс ворует скиллы, то бишь, соответственно, блядь, лужи сразу съебывайте, блядь. ЭДКшная лужа, паладинская лужа, блядь, локовский дождик сразу съебали. Также если контролит ШП, смотрите, он бросает палец, практически шоты. Если берет контроль рогу, тоже практически шоты, то бишь, будет держи на всех щиты постоянно. Особенно, когда берет, типа, ворует скиллы. Есть смысл тогда тотем очищения ставить на всякий случай? Трепет. Сейчас я шаманов по пати раскидаю. Если берет ШП, вы ставите трепет под рейд. Здесь это понятно. Ну, чтобы из МК сразу выводило. Давайте еще раз готовность и будем пулять. Пуляют босса те, кто дают контроль, если что. Так что подходите на рейндж контроля и готовьтесь нажимать. Дайте только напулить и забрать босса и поставить. Все готовы. Бодрейвен. Где ты там? Где-то МП5 ибо не попросту. Давайте. 3, 2... Один, кастите. Поглотит вас. Ладно, турга тоже за контролем. Возможно, тут у мистера Бонда попрошу блайн дать по кораблю. Ваня, слышь? Что? Контроль. С 50% начни желтый жагрит по боссу. Хорошо. Да, я сейчас начну. Босс больно бьет пока. У Войда украла, треморы поставили. Треморы быстрее шаманы. Где же хил? Хуя. Твою. Вот фир, видишь? Сняла. Забери турга на себя, Андрюха. Будет третий каст. Похилим. К
Кого взял там? ДК. Лужу, лужу, смотри. Бонда диспел. Лужа. Что мало, блин. Кливать бесполезный, бейте таргет. Лужа. Там больше рейндж лужи, чем нарисован. Короче, лужа пропадает анимация, но она еще лежит, типа. На мне причинение. МК. Треморов нет. Диспел есть? Зеленка на мне. Здесь. Это я с диспелем? ХЗ. Блин, он просто быстро так проходит. Еще один прохильте, потом будем нажимать. Подхильте с себя, кто может. Все, порядок. Дождик смотрим. Не диспелить. Чего не диспелить? Не стабил. Слышу, похвати, Рока, что не надо диспелить с него? Подошли, нет. Дождик, дождик в миллизоне. Дал вас сейф. Блять, проклятие Рока, надо диспелить с него или нет? Да. Его сейчас шотнет, да, 8 секунд? Диспельните, декурсните, кто там есть, шаман и рестер. Кто уже диспельнит? Контроль, звезду. Че он без... Дота висит, сука. Это же висит. Дайте Гера. Сейчас чередуйте свои сейвы тоже, типа, короче. Блять, не умри, блядь, ты чё? Давай. Ну, на следующий надо будет гимн. Сейчас бах. Ебать. Падайте. Что унесло прям сильно? Да, я еблан. Сформа лучше. Ты подробно скажешь. А? После да. того, как Спиди встал уже. Это сколько, что-то долго, да, бьем? Сколько это молний было уже, блядь, 10? Не, 10. 7 или 8, что такое. Ну да, долго. Сколько там стартов было? Да мы убили бы, я просто, короче, именно хотел дать, но не отдала сейв свой, типа, блядь, мискликнул нахуй. Ты можешь иннер... Иннер отдал, и сейв остал. Иннер давать, когда он кастит эту ебучую молнию во всех. Угу. Так это было во время каста как раз, я мог бы делать. Ага. Там ну, совместный урон, типа. Ну, сейчас посмотрю точно. Да там у него тотем и плюс гимн джипси, допустим, и нормально будет. Иннер уже потом. Или даже а, без нет, инвазии. Малакрас, Малакрас бил. Это уже наконец каста, значит, я отсюда. Короче, мой проел. Там я хочу пиздец. Сколько тайминг на шмотках? Шмотки еще час. Андрюха, отойди, пожалуйста. Значит, за трещину 42 тысячи, это сильно. Кто-то помогает там хилить. Сейчас скажу. Это я что-то подхиливал. Эти вспышки. Марусич, цепуха 20 тысяч. Вот Марусич побольше, если кастанет, и на, после шестой где-то вот этой хуеты.
Там и джипси тоже может связать. А, нет, джипси там самое. Облик типа. На Марухи че хватит так-то. И твоих флешек. Дай каску, Андрюх. Можем вообще в три хила, если хотите. Да, нет, нет, зачем. Значит, драги ж нету. Тем больше, короче, это, он настакает, тем, блядь, больше хилит, типа, в этом смысле. Так, короче, все то же самое, так же бьем. Блядь, ты дай, блядь, МП5 вместо кулака, блядь, по пристам. Нахуй нам кулак. Что-то я дам. А, и ПДК дай кулак. А, ты что, не стали вас умирать, блядь. А там сетап не поменялся, не? Не, они тут не меняются. Все то же самое, готовность на контроле, и поехали. Все готовы, 3, 2, 1, кастите уже. Сука, шишенька. Вышел из бана. Мистер Бонд сейчас блайнд, возможно, будет. Кого блайнд кинул, скажите, Ник. Я, меня, дикей. О, мистер Бон. Выжимайте все ДПС, кого что есть. Сейчас вроде хуйня. Эти пидоры могут пизды дать, да? Че, их диспелит кто-то? Че они так рано выходят? Их эти... Бесы, бесы бьют. Бесы бьют. Джипси треморы поставили. Треморы быстрее. Под мили-зону тоже надо. Хорошо. У меня кодазинг. Диспалить, если можно. Это нежить раса вас спасает, ебать. Прохиливаемся сейчас. Это радует. А что, типа, мне же снимает контроль? Да, да, да. Да, снимаю. Да, они нет. Просто не жить. Я снимал, и масс диспел давал, и со всех снималось. Отвлечение на вики. А когда? Готовьтесь, надо будет прохилиться немного.
Ну, ага. Так, ну чё, ну давай на, блядь, на следующем, короче, джипсе наш на хп гим. Только не сразу, а где-то посередине коста. Не, не надо. В следующем просто геру дадим. Кто скибить и хуярит? Да, майнбласт был. Давайте геру. Добивайте эту суку. Все продал. Что, дай нам три не спорт. Лужа смотрели здесь еще. Че, кого там взял контроль? Лужа. Лужа. Бать, сука. Ладно. Кнопка забылась. Отходите от лужи. Мирике лучше вообще не подходить. Ну, сука. Крылья не стал. Герой! Сука, ебучая лыжина. Ой-ой-ой. О. Неплохая триня, неплохая вообще. Да, интерес. На кого Ой. Она идет, вот эта триня? Бля, давай кинжалы сразу за нидью. Собирай кинжал, ладно. В этой трине на кого идет, скажите, вот это? На ретрика. На медведя, блядь. Медведя? Все, на ретрика. Ну, блядь. Давай скажем честно, короче. Эту трине тестили все, короче. Она никому по факту не зашла, кроме там либо частично кому-то, либо мутику. И кто-то еще там пробовал ее, все. Петя в ретрике пробовал, бой этот, Леха в ретрике пробовал, тоже хуйня. На кота, на кота. Паша говорит, что опять на кота идет. Ну вот. На ретрика типа вообще лютая дичь. АДК идеально, там она проковая хоста под горгулью сама то. Ну, работает на горгулью хоста? Конечно. Тяните. На горгулью именно проковая самая топовая. А то я слышал, где-то ГКД сделали на горгулью 1.5. Ой, я сейчас сдохну. Дайте там мобов собрать. Ну этот проще босс, да. Вообще. А на ветерках чё, куда ты сбегаться будешь? В какой угол? Тут, тот, с той стороны. А, тот, вот этот слева карман? Да. Ну, сейвов у нас нет, да? Да, блядь, ну только твой считай. Но да, блядь, сейчас сейва выживем, нахуй. Там дохуя сейвов. И он бьет меньше. Ну, допустим, по мне зубы, джипси, тучка, это рога, кош, медведь не сдохнет, ДК не сдохнет, лок. По локу надо что-то дать. У мага глыба, ну и шаманы, нахуй. Шаманов вставалка, по лок. По лок на этой фазе меняет этот доспех на броню. А он чем же? Броню, физуха, что ли? Там природа бьет, там что? Природа, да. А вы про какую фразу? Я про рысь. Я что-то думаю, что мне кажется, твоих щитов у них достаточно будет. Ну там посмотрим, но. На первый толчок. Типа, если будет 2-3 толчка, да, типа. А если на один толчок, то твоих щитов. Остаемся с сопротами, наверное, похую. Не будем тратить фаски. Настройте, чтобы у всех было видно цель цели. Вас никто не успеет заанонсить последнюю фазу, когда она будет огонь под вас кидать. Да там, блядь, на пол экрана ДБМ орёт, кого бросают этот шип, либо, ну, типа, скажи, столб. А, да? Раньше не было. Короче, да. Что происходит? Первая фаза, хилы, маловато поднимать людей очень быстро. Не подняли за 1.5 секунды, человек умер. Вторая фаза, медведь. Короче, на воиде full dispel. То есть 10 человек дебафов магических, 10 диспел должно быть. А мне самому где стоять? Сейчас. Вместе со всеми и где, что я хуй знает. Ну, первая фаза, бля, дальше, фаза, когда... вторая фаза в паке. Как только вторая фаза началась, все РДД-милики уебывают черепом.
Здесь все видят. Все уебали в черепок, Андрюха завел сюда и отвернул его просто. Мы стоим, бьем его. Дальше, когда будет ХП переходить уже к третьей фазе Карлу, Андрюха отведешь его примерно вот сюда. Сюда. РДД добивают, великие уже стоят в черепке. Ваша задача нажать все сейвы, поставить... Тотем нельзя, блядь, ставить. Ладно, похую, тотем на природу поставить прямо в черепок. Чисто в черепок. И стоять с фулл сейвами и молиться, чтобы вас не прибило. Как только все вихри уйдут в Андрюху, Андрюха начинает бегать по кругу, все милики, все РДД стопают свои косты, ничего не каща, перебегают в центр, становятся под босса. Ждут, пока всех прохилят, ждут, пока Андрюха нормально разберется с вихрем, потом только начинают бить. Дальше. На фазе орла смотрите, чтобы вы себя не убили, у кого там быстрые косты, за каждый каст получаете урон. Фаза орла проходит, начинается рысь. На рысе бьет чисто физой, но бьет очень много. На рысе мы нажимаем бомжей, нажимаем всю хуйню и бьем его. Там тотем обновляете, всех пытов перевызываете. Ну, короче, чтобы было больше целей, в кого прыгать. Дальше. Рысь заканчивается, все РДД начинают набирать рейндж примерно вот отсюда и до столба. Так вот. Ну, РДД хилы. Танком, соответственно, отворачиваешь вот в эту сторону Дракондора и начинаешь так водить полукругом. Я думаю, мы за полукруга проведем и убьем. Все, это все, что надо сделать. Кого там Дживс есть, нет? Короче, изи босс, нахуй. Ну, легче, то столбы теперь... Короче, чуть-чуть просто добавлю. Смотрите, в общем, типа, момент такой. Когда вот будет переходить на третью фазу, это касается всех, то бишь, сейвы отдаете заранее, а не во время типа, третьей фазы, чтобы у вас не было 2-3 клика. Чтобы они, блядь, не эти ветерки вас не ебашили на стоп. То бишь там будет озвучено, блядь, переход к этой фазы, там условно, там не знаю, 0,1%, вы прожали, стоите, ждете, пока вас там просилят, все. Не надо тыкать лишних кнопок, когда уже пошли ветерки. А, ну и да, телоку надо будет пэта убирать, когда будем на фазу ветерков переходить. И магом тоже убрать. Угу, и тотем. Ну и тотема поубирать, тотем должен остаться один только на природу. И он в углу где-то в черепке должен быть, да? Давайте готовность. Думаю, мы сразу убьем. Все готовы. Поставишь его вот, короче, на последние ступеньки. Давайте. 3, 2, 1. Понеслась. Сейчас все тотемы можно оставить, если что. Напоминаю, каждую перефазу гроз летает в лишний или наш. Бросок, прохилджи. Бросок, джипси. Сейчас будет вихрь и сразу бросок, лучше отойти милика. Миль, от вихря отойдите. Мистер Бонд, не нажимай пока на пул, чтобы медведи на пул. Да, да, я же. Марсе запрохил. 3 секунды бросок. Бросок. Приготовились 2% перефаза, стопы ДПС. Только менять форму, стопните ДПС. И стоп на ДПС. Забираем. На пул пошел, бьем.
Все съебались в крестик. Чипок, чипок, съебались, Маздистол пошел. Вы типа там вместе стоите, а отдельно. Нахуя там один стоит? Нахуй. Это слышишь, Вань, от кошки, от угла достает атем природы. Может там поставить его? Лучше прямо у нас вот. Где Маздистол пошел? Секунда, диспел. Диспел. Готовьтесь, скоро будете убирать питомцев локом и магом. Убирайте питов, уводи босса, РДД добивают. Уберите питов. Блять, на сибучий демон. Да, ему стопнуть ДПС надо. Стопай ДПС, остальные РДД добивается. У нас диспел пошел. Готовьте нажимать массы и вы свои. Уперлись все в угол. Хилы продолжают хилить, если что. Один, все, сейв. Сейвы пошли, уперлись в угол, стоим, ждем. Хилы хилят. Ждем. Выбежали за мной. За чипком, быстрее, 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 быстрее. Там джипси пока стоит, похуй. Все, бьем. Джипси за нами, быстрее. Не кастуйте. Не кастуйте, по вам дамаг идет ответ. Все, стоим, бьем. Тотем на природу сюда воткнули. Тотем вы можете воткнуть только под боссом прям. Питов тоже только под боссом вызвать. 40% босса у вас должны быть бурсты, если что, чтобы перевести Бурсты не сливаем сейчас. Я же бомжей дейтам не сразу, как и рысь появится. Я скажу. Да. А рысь не напуливается же, да? Напуливается. И первый дракон. Раз надо напулить все. Только появилось. И дракон тоже напуливается. Все фазы. Агро скидывает просто при перехазе. Готовьтесь, 2% перефаза, стопать урон будем. Отошли все за чипком. РДД добивают. Лови, лови, Андрюха. На пул, на уфолога. Все, стали под чипок, быстрее. Первый прохилим, прыжок. Не ретаунти, когда она кидается на кого-то. Кибеди Марсес прохиливайте, нормально. Если бы ты поумирали, вызывайте их заново.
Я отдал массакр. Дамажит нихуя. Давай, бомжи. Кота дерёт. Половина бомжей подпрыгала. Дальше надо будет просейвиться, если паутики. Джипси. Томар бомбу там не скидывал. Сакру дал. Мы всегда при сакру полрать сейчас, но у нас фазу сакра. Кого? И чё? Ну... Это штаркет на сократе. Готовьтесь, стопы ДПС. Прохильте, прохильте. Стопнули ДПС, забирай. Бьем, ладно. Выведи его нормально. Чтобы не дышало всех. Он дышит перед собой. Отойдите из ебала. Из ебала выйди воет. Перед ебалом? А, блядь. Я забыл. Я сейчас прожмусь, дам БР, типа. Доставишь? Зубы дать могу. Ну, давай. Давай, зубы. Дал, дал, дал. Бэр. Ну, стоп. Барабахи там, юзните его. Бля. Бафы дайте, от Бодрэвена отойди с места. Ну, ясно. Сука. Бейте. Что понял? А, изломся. А где Гера, блядь? Дайте Геру. Ну пиздец, вы стоите, дрочите, блядь. Есть стайски, Биди? Вставай, если есть. Нет, Джипси, нет, отойди. Нет, нет, нет. Ста, нахуй, ёбаный рот. Кольцо. Мистер Бот. Марухич, хиль. Сейчас будет дыхание, потом вихрь. Я отвлек с Нагеру, блядь. Пизда нахуй, ёбаный рот. Гера не твоя задача. Ты будь про неё. Короче, блядь, люди, выходите из его ёбаных столбов. Вы готовьтесь, выпрыгивать нахуй. Не стойте, не кастуйте нахуй. Смотрите, блядь, цели нахуй. Если ваш ник увидели, блядь, даже если ДБМа нет, увидели свой ник, выпрыгнули. Да. На ДБМ не ориентируйтесь, он слишком поздно анонсирует. Да. Надо именно цели смотреть. Я сейчас попробовал по ДБМ, я сразу вышел, но не успел. Вы тоже поймите один момент. Вы выходить должны дальше, он в районе 4 метров стоит дальше. Я улежит, просто типа. Бежал и не смог выйти. Я не выйти. Тебе, типа, я ему в общем говорю. Типа, это никому-то не предъява, это просто информация. То бишь, ага. Если вас ебал луч, типа, соответственно, вам надо идти дальше от него. И к нему не подходить. На ДБМ вообще не надейтесь даже, это херня полная. Ну, не знаю, у меня адекватных сразу кричит на кого, блядь, бросают. Он тебе кричит, а мы уже, если в это время, когда увидели, что он кричит, мы, если попытаемся в это время выйти, мы уже никак не успеем, если только блинком. То есть надо еще раньше выходить. А он, блядь, это... Баф какой-то вешает, когда столб этот ебашит на человека, нет? Что-то не заметил. Нет, он просто у тебя в цель выбирает, короче. И ты в этот момент сразу же должен начать выбегать. Ладно, короче, мы это знаем. Все поняли, эту всю хуйню теперь. Самое главное, теперь, короче, припоты, блядь, все бурсты на ласт-фазу вставляете полностью. Только ласт-фаза началась, дали, типа, поставили босс и дали веру. Мы, блядь, в берсу сейчас успели за 2 миллиона, нахуй. Да подохли, потому что так бы добили, блядь, если бы не подохли никто. Ну.
Давайте посмотрим. Колотушка. Марухи ждешь обмен потом. Вот эта херня надо вам. Для себя ставлю. Для себя ставлю. Я трансмут только, блядь. Для чё? Причёс какой она там? Нет, Бодрыв. Это же на PvP или на чё это хуйня? Не знаю. Просто ролики кому надо. У меня там просто офсет нахуй, груда, по-моему. Тролись, если кому-то надо еще. Ну я думаю, это только будет, зайдет и мистер Бонду пиздец. Ну я потестить, посмотреть. Че, фазика валит? По-моему, хуета. А чего она зачем мне? Дальше. Щит я себе оставлю, наверное. Я понял. Так а кому вообще? Вот это кайфовый щит. Кайфовый просто. С кем бы тебя